В Госдуме одобрили идею ввести обязательные QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. Предложение поддержал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, пишет РИА Новости. Ранее член Комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый заявил, что введение обязательных QR-кодов в транспорте является оправданной мерой. По его словам, в этом случае речь идет не о нарушении прав граждан, а лишь об их защите. О том, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте, ранее сообщил РБК со ссылкой на источник в Кабмине. Данные меры связаны с ухудшением ситуации с коронавирусом. Они будут действовать до июня 2022 года.